Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Alan Wake в последней серии, что мы там делали-то, я опять не помню, но, короче говоря, выяснилось, что в итоге-то Алан не просто так сюда приехал, его заманил сюда именно вот этот доктор Хартман с помощью жены, уговорил его жену, что ее муж нездоров, и с этой целью заманил его сюда, чтобы там каким-то вот странным образом он бить, и этот его паренек, который вымогал с нас роман. Короче говоря, все начинает сгореться, но все пошло не по плану. Так. Клиник стаф был standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Такие дела. Так, я слышу Барри. Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Так, ладно, двигаем дальше. Сначала возьмем термос, естественно. Почему бы и нет? Выпьем кофейку. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Whoop. Про это на той странице говорилось, по-моему. Так, ну что? Тьма снова настигла нас. Так. Хартман наблюдал за падением Алана Уэйка в бинокль. Когда писатель рухнул в воду, он приказал Джеку направить лодку к нему. Это место легко было разглядеть в темноте, хотя в лодке горели все огни. Сигнальная ракета не затонула и горела даже в воде. Когда мотор затрахтел, Джек включил радио погромче. Музыка грохотала и лязгала. Такое, без сомнения, пришлось бы по вкусу братьям Андерсонам, но Хартман сделал вид, что ничего не слышит. Уэйк наконец-то был у него в руках. Так, выходим. Тьма означает проблемы. Это что там творится такое за этой дверью? Офигеть. Так, валим. Давай, 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 давай. Давай, 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 братик. Твою мать, всякая шняга начинает летать. Надо быть аккуратней. Твою мать, слишком много говна всякого летает. Слишком много всякого.
Так, там ничего не показывает? Вроде нет. Давай. Блин, давай, братюнь, давай. Отлично. Так, теперь я так понимаю, я смогу туда пройти. Хорошо. Да блин, ты посмотри, сейчас сколько тут. А, они попрятались. А, скотина. Блин, у меня фонарик, конечно. На твою мать. Тихо. Что-то вообще конкретно приложило. Твою дивизию. А! Валим. Так, Маш. Хорошо. Помогло. Так, тут закрыто. Так, задача Хартмана. Хартман знал, что он не творец, у него не было честолюбивых устремлений в этой области, и он уж, наверное, не хотел кончить так, как все представители творческих профессий, с которыми он работал, с немыслимой изувеченной душой, если не хуже. Для Хартмана было довольно осуществлять творческий контроль и давать направление, быть продюсером. В любом случае, большинство этих людей нуждалось именно в этом. А, конечно, подходящие объекты встречались крайне редко. Хорошо. Ну, уже понятно, да, все насчет этого Хартмана. Что такое? Реклама? Что это такое вообще? Продрив что-то? Мустанг дрифт. Это, как вы поняли, была реклама Мустанга. Блин, куча всех рекламы. Так, тихо. Ладно. А я... Чё мне делать? А, ну подождать, наверное, пока она выломает дверь. Тихо, тихо. Хорошо, валим. Ах, блин, да я же ну просто коснулся. Ох, твою мать. Слабак. Уф, валим. На свежем воздухе как-то поспокойнее. Тут есть куда убежать, если что. Фонарик вон. Вон я термос вижу еще один, кстати говоря. Красивое так-то здание, только посмотрите, что с ним творится. Оно все покрыто этой тьмой. Ладно, валим. Нафиг этот термос. Без него обойдемся. Так, подожди, мне надо с тобой, по-моему, поговорить. Что-то я как-то туда побежал. А, ну да, но все равно туда бежать придется. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Вот, хорошо. Oh God! Look at the house, Al! Look out! В доме что-то вообще капец какой-то творится. Так, хорошо. Так, валим. Валим нафиг. Со всеми все равно не справится. А,
не получится. Так, давай, 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 давай. Хорошо. А, и теперь с тобой. Тебе можно обычным цветом. Не так. Так, хорошо. Да ничего хорошего. Придется обходить через сад. Я тоже думал, будет попроще, но ладно. Так, это у нас что, лабиринт, что ли? Чуть не помню такого вообще. Да я тоже слышу, как тут кто-то бегает вокруг. Тихо, тихо. Слева. Справа. Хорошо. Так, ну ладно, это было предсказуемо. А, не доверяй Эмилю. Эмиль это у нас Хартман, по-моему, как раз. Ну, спасибо. Уэйк видит сцену древних богов. Я разглядывал предметы из обихода викингов, разбросанные вокруг поразительного сооружения в центре. Это была полноразмерная сцена с отличной звуковой аппаратурой и многочисленными украшениями, включая дракона. Чтобы построить такое в глухом поле, требовалось особое безумие. Когда небо с оглушительным грохотом раскололось и грянула музыка, мне странным образом показалось, что так и должно быть. Офигеть. Зачем такая арена в открытом поле? Парик, где-то он там. Со звуком в игре очень хорошо. Можно чуть-чуть ли там не до сантиметра определить, откуда он находится, то есть откуда идет. Мать. Ну ладно. После края эфир нас таким уже не напугаешь. Давай, давай. Ой! Давай, 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 братюнь. Ну давай, ну последний патрон. Ух. Ух, так. И что мне делать, если еще кто прибежит? Бежать только получается? Хартман и авария энергосистемы. Хартман торопливо шагал по коридору, ему не по душе было оставлять Вейка в ту самую минуту, когда писатель наиболее наверняка восприимчив к его методу лечения. Но это была необычная буря. Вейк писал, а этим пробудил нечто в глубинах озера. Теперь оно шло за ним. Хартман, само собой, давно уже подготовился к подобной ситуации. Слабоумные братцы отвлекут Вейка, а он, Хартман, тем временем еще раз все проверит, просто на всякий случай. Непростой такой этот Хартман. Вечно что-то мутил и мутит. Ну теперь-то уже им, похоже, все. Край наступил. Так, у меня нет патронов, это печально. Слева враги, я их слышу.
Так, значит, что у нас есть, по крайней мере, луч света, в который можно будет отступить. А вон патроны, по-моему, да? Хорошо. Ну, по крайней мере. Не так уж много, конечно. Надо экономить. Что-то на доме такой уж тени нету. Медбрата, похоже, тьма поглотила, судя по высказываниям. Так, тихо. Ну да, точно. Так, я не могу отступить. А, там свет теперь. Да, убрать. Давай, давай, давай. Так, тихо ты. Давай, давай. Бежим куда-нибудь. Куда-нибудь вот сюда. Так, уж. Вот это вам понравится, я думаю. Иди сюда, дорогие. Че, все, что ли? Ну ладно, это уже не так страшно. Все нормально, прилегли. Уф, как хорошо. Все пока что идет довольно-таки нормально. Конечно, эти птицы меня беспокоят. Но вроде как местного мини-босса мы уже ушатали. Тихо. Нормально. Патронов, конечно, вообще что-то в последнее время смешное количество. Надо экономить, но... Но пока что мы живы, самое главное. Надо быстрее выбираться к ядрине Фени из этого госпиталя. Во, хорошо. Дробовик я уважаю. Мот в ответе. Мот знал, что Уэйк умнее, у него было больше денег, красивая жена и все, чего можно пожелать. И Хартман говорил, что Уэйк важен, а значит лучше Мота. Но теперь командовал Мот. Он ждал, что Уэйк будет ныть и унижаться, но оказалось, что тот был готов к борьбе. Мот знал, что задел самую чувствительную струну Уэйка. Было бы за правду... вот бы за правду заполучить его жену. Эта мысль заставила содрогнуться. Мне, кстати, некоторые писали в комментах, что нажимаешь кнопку Back, то есть Select на геймпаде, и не обязательно так выходить по много раз. То есть она сразу будет выходить с разницы. Так вот, это не так! Так, у меня двустволка, похоже, да? То есть всего два патрона в обойме. Потом придется перезаряжать. Ладно. Ух, твою мать. Тихо, ребята. Тихо. Давайте. Давайте будем. Вести себя. Как взрослые люди. Давай. Да твою мать. Ну ладно, я, конечно, что-то даже вздрогнул, когда оно выскочило, но после края эфира это уже детский сад. Тут чисто сюжет гораздо более интересный. А, так в основном эта игра не пугает. Это все-таки не хоррор, никогда не позиционировалось как хоррор.
Скорее, хорошая сюжетная игра. Так, сигнальная ракета. Нам пригодится. Это радует. Так, на баре напал одержимый. Смотри-ка, как много страниц уже подобрал, да? Пока Барри просто радовался, что выжил после падения. Алла не было рядом, забраться назад было нелегко. Барри сказал себе, что все будет в порядке. В порядке ночью в мрачном лесу. Просто придется подождать, пока Алла не найдет пути вниз. Услышав тяжелые шаги, Барри обернулся и увидел, как из-за кустов к нему метнулась тень в форме человека с высоко занесенным топором. Барри закричал и вскинул вверх руку. Мир взорвался. Кошмар. Барри, конечно, Эмиль заставил Тома сделать это. Подожди, кто такой Эмиль? Я не помню. Эмиль Хартман или Том Хартман? Кто из них Эмиль? Может, мод? Так, там у нас что-то есть. А нам вообще он туда, да? Хорошо. Твою мать! Упал один. Нормально. Сегодня неплохо получается. Так, где этот измануха-то? Я что, зря сюда зашел, что ли? Ага, хорошо. Факел. Отлично. Перезарядим. И побежали. Так, это все хорошо, а где тут подъем-то? Понятно, мне придется обратно пробежать маленько. Ну, вроде пока что все неплохо получается. Это меня радует. А, это, наверное, это стоит. Барри. Я же подумал, там кто-то страшный. Так, патроны. Термос. Все, погнали. Я надеюсь, безо всяких приколов. Дверь открывай, давай. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up. Жутики. It's kind of loose in the lock, so Barry, I'll find it. Don't worry about it. Так. Ну, я думаю, мы справимся. У нас много патронов, много оружия, много батареек. Ой, блин, что-то у вас, ребятушки. Ой-ой-ой. За твою мать. Так, два самых сильных убиты. Я надеюсь, больше таких. Ой, еще столько же идет.
Давай, давай, побежали. Уф, ёлы-палы. Был напряжён на подконце. На, намотал просто. Блин, он захватил опять с собой. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Да уж. Лечебницу просто вообще всю выпотрошила эта тьма. Обитателям, похоже, хана. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, I... No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down, that's a fact. I'm on board, man, I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Ох. Не кисло так они ударились, конечно. Ох, как меня. I lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Ну и что, я думаю, на этом мы прекратим эту серию. В следующий пойдем искать Барри. Пока что все прекрасно. Я не знаю, игра меня просто радует, несмотря на то, что я ее уже проходил. Но я сегодня получаю просто офигительное удовольствие от данного прохождения. Надеюсь, вы тоже, потому что крутая игра, крутая. В принципе, ладно, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.